Недавно открывшийся коворкинг-центр «На старт» понемногу завоевывает статус комфортной площадки для встреч с дмитровским бизнес-сообществом. Одна из последних встреч прошла с участием главы района Валерия Гаврилова с молодыми предпринимателями. Подобные встречи власти и бизнеса в неформальной обстановке дают возможность предпринимателям, особенно молодым, без волнений задать интересующие их вопросы и представить свои проекты. Два начинающих предпринимателя, Игорь Савастьянов и Дмитрий Мукозобов, предложили на рассмотрение главы свою бизнес-идею, которая будет полезна всем жителям Дмитровского района. Они презентовали прибор учета ЖКХ с удаленной передачей данных. Этот прибор позволит уйти от монотонной ручной работы по переписыванию показаний со счетчиков и перейти тем самым уже на современный электронный уровень, когда все показания два раза в день будут поступать на единый сервер. Вникнув во все нюансы, технические и финансовые, Валерий Гаврилов дал свое одобрение на внедрение подобного счетчика в одну из дмитровских новостроек, чтобы понять эффективность данного предложения. Следующим свою идею озвучил молодой, но уже опытный предприниматель Илья Шатаев. Он высказал предложение о создании единой дмитровской электронной площадки, на которой местные предприниматели смогли бы размещать закупки по своей деятельности, что позволит быстрее находить поставщиков среди бизнес-сообщества Дмитровского района. Также эта площадка позволит воедино собирать и многочисленные госзаказы. Эту идею Валерий Гаврилов тоже поддержал и дал старт ее развитию. Интересные предложения, касающиеся социальной отрасли, озвучили Светлана Коржова, руководитель фитнес-студии «Шаг», и Эвелина Осипян. Светлана предложила открыть социальную студию фитнеса для таких категорий граждан, как многодетные мамы, беременные женщины, пенсионеры и все те, кто хочет, но не может финансово позволить себе посещать обычные фитнес-студии. Организовать школу для социальной адаптации женщин в декрете предложила Эвелина Осипян. Находясь несколько лет в декрете, молодые мамы не должны выбиваться из привычной жизни. Но, как показывает практика, не все морально к этому готовы. Глава района Валерий Гаврилов и эти идеи не оставил без внимания, посчитав их реальными для воплощения в жизнь. Самое главное, отметил он, что есть люди, которые готовы полностью отдаться этим проектам, что уже говорит об успехе.